Сегодня у нас много чего. Ой, Господи, у меня список, знаете, какой? Вот, я тоже думаю, вы выдержите сегодня до 11. Метро до часу. Да. Дорогие друзья, все, кто только что зашел в подсолнухи и, значит, разговаривает о хачапури, подходите к нам сюда поближе, к нашей концертной площадке, впереди гораздо больше и очень много интересного. Но следующий артист действительно является украшением с российской сцены, и сегодня мне очень приятно, что такие, так сказать, серьезные, известные, популярные музыканты и артисты выйдут на эту сцену. И приятно, что они сегодня будут работать живьем. Мы, естественно, немножко заранее приносим вам свои извинения, потому что многие приезжают с концертов, и сегодня наш марафон вот он большой, такой растянутый, веселый и прекрасный. Я вижу, что артисты уже готовы, но мы готовимся и ждем. Я думаю, что вам всем известно не только имя следующего нашего гостя программы, но и известны слова всех, я не побоюсь этого слова, всех его песен. Все так вот сейчас напряглись, все готовятся. Все серьезно. Сейчас последние проверки, потому что мы не можем, как говорится. Дорогие друзья, на сцене Алексей Глызин!
спасибо огромное. Да, действительно, сегодня у нас такой необычный вечер. Он посвящается сбору средств музыкантам, которые сегодня не очень хорошо себя чувствуют. И я думаю, что совместно мы хотя бы что-то делаем маленькое, но из маленького вырастает что-то большое. Спасибо. Друг друга. До встречи. Спасибо.
Алексей Глызин, мы благодарим его и его музыкальный коллектив за то, что он принял участие в нашем музыкальном марафоне. Спасибо огромное. Спасибо. Ну что, друзья мои, мы продолжаем наш большой марафон.